Всем привет, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Титан. И Ханна. И мы продолжаем. Мы, надеюсь, мы в этой серии мы поплывем. Так, у нас есть уже два железа, у нас есть уже один редстоун. Так, в этом. У нас есть... Да не в этом. Что? 24, бери два железа. Что мне? Мне нужно два железа и два стекла. Два стекла я взял. Где стекло? У меня, да. А зачем ты взял? Два стекла, два железа, все. Не надо мне, что-то мне, что-то, блин, а ты чё? Что? Ну чего ты мне мешаешь? Я не мешаю тебе. Ну давай, да. Быстрее, ну мы поплывем сегодня. Все, уплываем, уплываем, быстрее. Уплываем. Корабль отходит от первого пирса. Я боюсь. Все. Ты на корабле? Да. Вы готовы, дети? Нет, капитан. Что, да, капитан? Подожди, капитану поесть надо. Капитан есть, хочет есть. Так, быстрее, быстрее. У нас что, одна замятина, что ли? Нет. У нас нормальная еда для капитана. Яичница. Капитан сейчас будет яичницу есть. Ну ты совсем. Ты что меня бьешь-то? Ты капитана бьешь. Где еще еда? Еды больше нет? У меня. Капитан. Держи. Где? Что? Держи тебе суп. Где? Быстрей! Ты что меня бьешь, что ли? Быстрей! Быстрей! Да больше ничего нету. Все, мне не хватило суп, мне надо зомбятин. Все, капитан есть зомбятин. Быстрей! Ну подожди, у меня жизни нету. Дошли, капитан зомбятин есть. Не веди пока, да, я покупаюсь. Нет! Так, а как, подожди, как? Кто? Правая кнопка мыши. Shift. Блин! Чё? Я провалился сквозь это. Давай залезай быстрее. Да подожди меня сквозь. Быстрее, вот залез? Ща, я на сундуке буду сидеть. Shift'ом надо. С Shift'ом? Да ты, я падаю! Да сейчас я, давай. Все, я упал. Залезай, я жду тебя. Я не могу, я в корабле застыл. Да подожди ты, да ты куда? Да куда я на месте стою? Да давай я отплыву. Ты сильно, ты завел, и я не могу. Ты отталкиваешь меня. Да как я отталкиваю? Да ты отталкиваешь. Я не могу ехать, подожди. Да я, все, я не залезу, я не поеду, ты не можешь меня. Да я не могу выехать, ты понимаешь? Назад, подожди, назад. Да я не могу. Назад. Да назад! Я выехать не могу, ты понимаешь? Нет это. Эх, я сундуки открою. Дай, блин. Меня к тебе несет. Подожди, знаешь что? Да, хотя бы. Давай еще сделаем. Я не могу к тебе залезать. Ты когда заводишь, сейчас, я падаю. Подожди, мы сделаем еще один этот. Этаж. Да какой этаж? Шерсть есть? Шерсть откуда? Нитки. Сколько ниток, я не вижу. У меня где-то нитки были. Дай одну нитку. Вот, в этом одна нитка. Вот, все, одна шерсть. Мы спасены. А что ты хочешь делать? Поплавок. Дерево есть? В смысле, прямо дуб такой. Дуб? Крепкий? А можно из любого или только из дуба? Вон дуб, в уголке верхнем. А, все нормально. А для чего тебе? Поплавок, еще раз говорю, поплавок. Зачем еще один? Ну, потому что он не едет, этот самый корабль не едет. А я из-за этого падаю. Надо мне... Да ты зайдешь, оно нормально будет. Да, я пойду. Подожди, да подожди, я сейчас поплавок поставлю, не трогай ничего. Встань вот сюда, на сундук встань, не упадешь тогда. Я сюда встану. Встал? Нет, я вот здесь встал. Поехал. А, я упал. Да. Да ты не бойся, я просто, мне рулить надо. Да не могу, я надо под водой. Да я не могу к тебе залезть. Да не важно, подожди.
Мне надо корабль, он не едет, понимаешь? О, ты помнишь белку подошел. Назад. Ой! Не могу залезть. Так, подожди. Да ты меня своим это. Почему он не едет? Он вперед не едет, понимаешь? А может кнопка нету не вперед? Подожди, я может торможу вообще управление. Кнопка вперед. W же. Кнопка вперед. Так. Она наверху. Подожди, не сбивай меня. А, Б. Б. А, Д. Так. Где кораблик-то? Где корабль пишется? Ты поделай что-нибудь, не стой на месте, рассказывай что-нибудь. Я пока разбираюсь. Корабль. Говори что-нибудь. Mm-hmm. Говори. Ну что? Ну что-нибудь рассказывай, говори. Так. Сейчас. Выбор блока. Я пока яблоки подавываю. Прыжок, да как же оно делается? Так, зум с так. А, так, гравифла, динамик, откуда же корабль С, брейк, С, так, десцент, шип, астшип, икс, зет, С, ну-ка, икс, зет, С, что там так, икс, зет, так, С. Нет, лево-вправо он двигается. Назад он едет. Вперед он едет. А почему он вперед не едет? Он, смотри, влево едет. Нормально-таки, довольно-таки. Вправо. Может, надо еще сделать? Надо еще этаж внизу сделать. Нет, надо для управления, может. То есть это у нас влево-вправо, а еще надо, наверное, вперед-назад. Наверное, да? Я так думаю. Mm-hmm. Надо еще, значит, этот самый, шерсть. Это мы с тобой приплыли, это капец. Еще один поплывок, что ли? Смотри, он влево-вправо делается, а вперед-назад он не делается. А с помощью поплывка вперед едет? Так я вот не знаю. А, я опять упал. Ты вообще можешь на корабль зайти? Я вот можешь? Когда... Сейчас ты можешь на корабль зайти? Вот смотри, видишь? На лесенку. Видишь, я прям вот здесь оказываюсь. Кушаем? Не знаю. Что-то кушаем нет у нас, извиняюсь. Что? Паузу не делать? Нет, что-то нас что-то... Нас что-то шумело. А, компьютер, извиняюсь. Так. Я не могу, я в корабль залезаю. Когда ты ведешь, он меня в корабль засасывает прям. Вам это в тело корабля засасывает. Так, ладно, тогда снизу еще сделаем. Друзья, на второй этаж, если ты делаешь нормально? Нет, я падаю. И снизу падаешь, сверху. Ну-ка, ты нажми правой кнопкой. Вот на этот поплыл? Ну да. Отойди немножко. Слушай, точно я упал. Слушай, мне как-то так это... Меня так же. Высасывает. Я не могу зайти. Так, хорошо. О, я могу вперед, я хорошо. Он как-то, знаешь, он как-то вперед не едет. Он вперед не едет. Поехали. Что такое пес? Что ж такое у нас сегодня? Так,
Знаешь, это будет серия называться «Тяни, толкай». Нет, это будет называться Почему серия «Человек-сосед». Почему «Человек-сосед», если это компьютер? «Человек-сосед» — компьютер. Что ж такое, это компьютер жужжит. Так, смотри, смотри-ка чё. А он, смотри-ка чё, он это... У него блоки под ним такие стали. Да, вижу. Так. Что-то вообще не то сказал. Давай попробуем сейчас вот эти убрать блоки. Помнишь, ты смотрел, надо от этого, от берега в 1000 метров отплыть чуть-чуть. Ну и устроить надо в 1000 метров от этого. Ну ты понял, да? А, нет, он упал. Супер, я подберу. Я подобрал его. Там еще что-то упало. А, я подобрал. Так, подожди. У меня один. Один ставим прямо вот здесь, вот так. А один назад, наверное. Подожди, а его, может, не в воду надо ставить? А? Ну-ка, подожди. О. А второй куда? А второй, допустим... А второй... Давай вот здесь сзади, под лесенкой. А ага. Перед, может, перед лестницей, вот здесь, поджигай. Вот внизу, ну-ка, поставь. Вот сюда? Да, вот. Ну-ка. А, вот если забираться. Да, я попробую. Давай. Сесть. А я упал. Все равно не едет. Не вперед, не назад? Ну, я пытаюсь ехать. Вот. Ой, это ты подсветил, или это я подсветил? Это я подсветил давно. Так, да, что-то у нас с кораблем не то. Не то, что-то. А может построить новый корабль, а потом перенести все. Да. А надо его в 1000 метров от... Помнишь, ты смотрел? В 1000 метров надо строить этот корабль. 1000 метров? Ну, 1008 там, от берега. 1000, это да, очень далеко. Ну помнишь, ты смотрел? Там было написано, отойдите в 1000 метрах. Ну что, уважаемые зрители, подписчики, а? Это в 100 метрах. Отойти его. В 100 кубиков. Ну, мы будем делать второй корабль. У нас, потому что ингредиенты все есть, но, видимо, что-то этот корабль не как-то не получилось. Можешь его каменным сделать? Так. И... Так. А у меня еды нет. В следующих сериях мы постараемся сделать второй корабль и построим его дальше. А мы что, заканчиваем уже, да? Да, 20 минут. Мы только что начали. Где-то вот давай хорошо. Все, вот сюда, сюда и сюда. Где? Намного дальше будем делать, окей. О, зомбик! Здравствуйте! Он на меня загрузился. Что с такой у нас сегодня компьютер? Ой-ой, не сразу, зомби. Уйди, зомби. Извиняемся, у нас компьютер сегодня почему-то шумит. Да, все, давай заканчивай, у нас компьютер шумит. Смотри. Все, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы в следующий раз будем делать второй корабль. Попытка номер 2 будет. Mm-hmm. Так, подожди. Ну да, второй сделаем. И сделаем намного подальше от берега. Попробуем второй раз. Потому что у нас все уже теперь есть ингредиенты. Все, давай. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.